Вы сказали, что по мере подъема на октаву выше, новые рычаги ДНК будут включаться в наших телах. Какие признаки и симптомы мы сможем увидеть, чтобы понять, что переживаем это? Вопрос снова от Молли Эмерсон. Это отличный вопрос, мисс Эмерсон. Единственное, как я мог бы знать об этом наверняка, это если бы я лично проходил этот процесс. Поэтому давайте я поделюсь вот каким опытом с вами. И это когда я заходил на борт корабля, и мне нужно было носить пояс, чтобы моя физическая форма могла оставаться в коконе третьей плотности или атмосфере. Но это не мешало мне ощущать частоты вокруг себя. И первое, что я почувствовал в этом состоянии, это повышенная ясность мысли. Второе, это ощущение сильного расширения вашего поля, вашей души. Я имею в виду, что вы улавливаете эмоции и чувства людей вокруг себя. И на природе это значило бы настройку на чистоту природы, ощущение дыхания природы и сердцебиение природы, которое мы называем резонансом Шумана. Вы также почувствовали бы присутствие деревьев. Я знаю, как безумно это звучит для некоторых. Это правда, у деревьев есть очень сильное присутствие. Можно чувствовать это, можно также чувствовать вихревые потоки. Например, когда есть круг из деревьев или треугольник, вы можете почувствовать, что вас тянет в центр этого круга, чтобы позволить земле и деревьям убрать стресс из вашего тела. Вы также можете иногда, особенно если у вас есть домашние животные, лучше телепатически настроиться на них, потому что они в основном уже телепатичны. Но вы однозначно будете слышать, что они думают, что им нужно, еще до того, как они подойдут к вам и скажут, что им нужно погулять. Я не знаю, правильно ли называть это экстрасенсорикой, но будет больше знания о событиях будущего, которые движутся в вашу сторону, и вы начинаете делать что-то в ожидании того, что произойдет. И вы не осознаете этого до самого события, что вы готовились к этому, но сознательно об этом не думали. Будет много такого. Дальше ваше тело. Ваше тело начнет исцеляться. Вы обнаружите, что некоторые боли и недомогания, которые всегда были у вас, постепенно исчезают. И это потому, что ваше тело начало процесс самоисцеления. Я говорю это потому, что нужно помнить, что тело — это голограмма. Да, оно физическое в третьей плотности, но тем не менее это все равно голограмма. И любой электронный микроскоп докажет это вам, когда они смотрят в самое основание, все, что там есть, — это энергия. Поэтому это все, что я могу сказать, просто навскидку.